С гастролями на личном автобусе ансамбль «Сырыхум» получил собственный комфортабельный транспорт. Подарок коллективу сделал глава региона Сергей Меликов. Таким образом, решена проблема, которая стояла четверть века, отметили танцоры. Также скоро начнется строительство дома танца для ансамбля, который глава Дагестана обещал юным артистам и их руководителю. Напомню, о проблеме с транспортом стало известно в ходе визита главы региона в Кумтыркалинский район осенью прошлого года. Тогда они рассказали сами участники коллектива, теперь ездить к локациям и даже следовать в другие регионы будет куда удобнее. Ансамбль «Сырыхум» – обладатель множества наград, в том числе на международных фестивалях. Сегодня это один из самых ярких и колоритных коллективов. За 25 лет воспитал один из поколений и объездили 20 государств, 87 городов России. Сергей Алимович, вам спасибо за прекрасный подарок –